14 и 15 сентября в Ульяновске пройдет ряд мероприятий в рамках Международного культурного форума. На вопросы ulpravda.ru ответит руководитель фонда «Ульяновск. Культурная столица» Татьяна Ившина. Татьяна Александровна, здравствуйте. Каким по счету будет этот форум? У нас в этом году счастливая цифра, 7-й. И я думаю, что он действительно будет очень интересным по программе и по предложенным вопросам для обсуждения. Традиционно форум представлен деловой программой, культурной программой и спецмероприятиями. Можете прокомментировать каждый блок? Да, действительно, мы сильно не отошли от концепции проведения форума. Деловая программа в этом году посвящена творческому капиталу современного города, всем смыслам, которые мы вкладываем в это понятие. Это, безусловно, движущая сила, как мы считаем, наполнение творческого содержания города, люди, которые являются творцами по роду деятельности, по призванию. Это и деятели культуры, искусства, это творческие предприниматели, бизнесмены, это люди, которые, для которых интеллектуальное творчество является смыслом жизни и способом зарабатывания денег в том числе. Безусловно, это сотрудничество с крупнейшими международной организацией Объединенных Наций по вопросам культуры, науки и образования ЮНЕСКО. Они не только нам предоставили патронат в очередной раз нашему форуму, но и в деловую программу включены вопросы, связанные с реализацией различных программ ЮНЕСКО на территории Ульяновской области и Российской Федерации. Если говорить о культурной программе, то, безусловно, основная выставочная линия представлена выставками, пленэрами, творческими встречами с участниками Международной ассамблеи «Пластовская осень». Это тоже многолетний партнер и участник Международного культурного форума это событие. Безусловно, это фестиваль лучших спектаклей, фестиваля «Золотая маска». Четвертый год эта организация является партнером Международного культурного форума. И в этом году, так как мы прекрасно помним, что Ульяновск в 2011 году стал культурной столицей Содружества независимых государств, в культурной программе представлена город Кенджа, Республики Азербайджан, потому что в 2017 году именно этот город азербайджанский стал участником проекта «Культурная столица Содружества независимых государств». Ну и специальные мероприятия, мы его обозначили, прям вынесли отдельной повесткой. Это, конечно, все события, приуроченные к открытию кафедры ЮНЕСКО в Ульяновском государственном педагогическом университете. Это не только, так скажем, презентация представлений кафедры, ее планов, ее задач, которые она будет решать, но и это прям ряд конкретных мероприятий, которые проводит педагогический университет на территории Ульяновской области. Вот в рамках открытия кафедры это, безусловно, международный фестиваль языков, достаточно традиционное вроде бы мероприятие для педагогического университета, но в этом году с новыми смыслами и с новыми задачами. И международная конференция «Ономастика Поволжья», которая, собственно, является вот продуктом деятельности новой кафедры. Кафедра называется «Титульные языки в межкультурном образовательном пространстве». То есть это, собственно говоря, гуманитарная кафедра, которая посвящена гуманитарному сотрудничеству как народов, традиционно проживающих на территории, так и тех народов, с которыми наш регион сотрудничает. Татьяна Александровна, как выпускница педагогического университета, услышала интересную новость. Кафедра ЮНЕСКО. Кем было инициировано ее появление и чем она может быть интересна студентам педагогического университета? Инициатива исходила, конечно, от преподавательского сообщества, от преподавателей университета, от руководства Ульяновского государственного педагогического университета. Вообще сотрудничество и участие в программах ЮНЕСКО дает самую главную задачу. Мы попадаем в информационное гуманитарное пространство. И вот эти вот сетевые проекты, которые составляют основу деятельности ЮНЕСКО, это возможность
постоянно учиться друг у друга, привлекать ресурсы своих партнеров по сети. И даже вот сам факт, что более 30 гуманитарных кафедр открыто в Российской Федерации, говорит о том, что у нашего педагогического университета совершенно наступает новый этап в развитии. Это возможность опираться на стандарты и на те ценности, приоритеты, которые определяет ЮНЕСКО, во-первых. А во-вторых, конечно, это весь интеллектуальный ресурс, наработки, программы, какие-то дополнительные опции, которыми сегодня владеют данные университеты. Поэтому я думаю, что даже вот во время презентации, на которую приглашены как раз представители российских вузов, у которых открыты кафедры ЮНЕСКО, уже может дать определенный импульс для организации деятельности нашего университета на новый учебный год. Это и участие в различных научных конференциях, которые проводят коллеги, по сети. Это приглашение каких-то экспертов, в том числе и для преподавания, это обмен образовательными программами. То есть я думаю, что самый главный результат – это, конечно, качество образования, которое будет давать наш педагогический университет. Кого из знаковых спикеров ульяновцы смогут увидеть в рамках программы форума? Действительно, это всегда очень важно, потому что мы идем не только и приглашаем коллег на какую-то тему для обсуждения, но нам всегда и важно очень услышать тех людей, которые являются лидерами в той или иной сфере деятельности. Я думаю, что здесь мы сделали акцент как на приглашение экспертов российского уровня, так и международного. В первую очередь, конечно, хочется сказать о пленарном заседании. Его проведет секретарь Общественной палаты Российской Федерации Валерий Фадеев, главный редактор журнала «Эксперт» и человек, который, собственно, сейчас возглавляет такую общественную организацию, такой институт, вернее, политический, как Общественная палата. Мы считаем, что, безусловно, в диалоге о развитии страны, о развитии городов должна участвовать не только власть, бизнес, профессиональное сообщество, но и население, местное сообщество. Поэтому, конечно, я думаю, акценты будут расставлены правильно. Кроме того, безусловно, нам очень важно, чтобы на пленарном заседании, на главном заседании форума прозвучали выступления и представителей федерального центра, органов государственной власти, которые бы действительно сделали акцент на том, что сегодня в развитии регионов должны использоваться все возможности и экономические, и инвестиционные, и культурные, в том числе и образовательные. Поэтому, безусловно, участие Министерства культуры Российской Федерации, заместителя министра господина Журавского, я думаю, что позволит как раз эти акценты услышать. И, конечно, для нас очень важно, что при Федеральном министерстве культуры в связи с переходом на проектное управление создан проектный офис, так называемый Роскультпроект. Его возглавляет Олег Иванов, человек, который много лет работает и анализирует, как развивается культура в Российской Федерации, поэтому его присутствие, наверное, действительно очень важно, и потом участие в деловой программе форума действительно очень важно для нас. Невозможно говорить только о управлении в сфере культуры, экономики, пространственного развития. Безусловно, нужно говорить и с теми, кто, собственно, делает эти проекты, несет вот за собой, как мы говорим, контент, содержание. Поэтому мы очень благодарны главному архитектору города Москвы Сергею Олеговичу Кузнецову, который принял наше приглашение, который будет работать у нас вот целый день. И, конечно, выступит на пленарном заседании, потому что для нас архитектура – это все-таки не просто отрасль, которая связана с каким-то визуальным
визуализации, так скажем, строительного комплекса, но это действительно элемент культуры и определяющий, и формирующий, так скажем, ту среду, в которой воспитывается человек. У Москвы много положительного опыта. Конечно, не все применимо в регионах, но технологии, подходы, приоритеты московских архитекторов, я думаю, будут интересны для региона. Мы выбрали в качестве приоритетов на форуме две творческие индустрии, на которых мы более так основательно остановимся. Это киноиндустрия и все, что касается книгопроизводства, книгораспространения, книгопродажи. Поэтому вот вторую тему, связанную с книгами, мы попросили представить тоже человека очень известного в Российской Федерации. Это генеральный директор сети книжных магазинов «Буквоед» Денис Котов. Человек, который уже на сегодняшний день создал более 100 книжных магазинов в северо-западной части Российской Федерации. Я думаю, что заслуживает внимания его опыт, потому что подход к созданию книжных магазинов у сети «Буквоеда» несколько иной, чем вот в традиционном понимании книги, стеллажи. По большому счету «Буквоед» — это сеть таких культурных центров, где кроме продажи книг культивируется и вот создание такой творческой атмосферы, где происходят встречи с писателями, где происходит обсуждение и презентация новых книг или новых литературных проектов, где проходят мастер-классы, начиная от просто каких-то творческих направлений, заканчивая литературным творчеством, где, как мы говорим, витает запах кофе, и можно просто интересно, с пользой, интеллектуально провести свободное время молодым людям. То есть это некая альтернатива, глобально подворотнее, а если в хорошем смысле, то это, конечно, один из партнеров государства в формировании той комфортной среды, которая необходима молодежи. А готов ли Ульяновск перенять этот формат? Я думаю, что да, потому что мы видим, как последний год, наверное, увеличилось количество книжных магазинов даже нашей федеральной сети «Читай город». Это тоже один из крупнейших книжных операторов, книготорговых операторов Российской Федерации. И я думаю, что есть на это запрос, есть готовность, и сегодня наши книжные магазины Ульяновска федеральной сети «Читай город» уже практикуют такие формы. Где-то в сотрудничестве с нами, где-то самостоятельно они начинают привозить авторов, они начинают участвовать в «Библионочи», то есть в тех акциях, которые проходят по всей стране. То есть они постепенно от просто предоставления возможности купить книгу начинают заниматься продвижением чтения. То есть здесь мы с ними очень тесно пересекаемся, и пересекается деятельность и библиотек, и писательского сообщества. Чтобы люди больше читали, будут больше читать, значит, будут и покупать книги, и брать в библиотеки. То есть мы будем реализовывать свою задачу. Татьяна Александровна, выразите свое отношение к вопросу. Для вас главное, чтобы люди читали, неважно в каком формате, онлайн или книга в классическом понимании, или все-таки читали книгу бумажную? Да нет, я думаю, что неважно, что люди читают, и, конечно, чтение и в интернете, и чтение электронных книг, и чтение бумажных книг для меня не играет особой роли. В конце концов, каждый выбирает для себя тот носитель, который ему удобнее, комфортнее и так далее. Главное, чтобы люди читали. И если для меня, например, интернет-чтение или чтение электронных книг – это больше профессиональное чтение, то есть мы больше обращаемся к этим носителям, когда нужно получить определенную информацию, определенный объем знаний, то чтение на бумажном носителе чаще всего бывает именно для развития, для самообразования, для повышения своей общей культуры. Хотя, еще раз говорю, главное, чтобы читали. По кинопроизводству, что интересного ждет участников форума? Да, действительно, эта тема вынесена в одну из главных повесток форума. И уже накануне форума с 8 по 15 число у нас пройдет
киномастерская, которую организовывает кинокомпания «Киноквант» и Ассоциация продюсеров кино и телевидения. То есть это такое практическое погружение молодых людей, которых вот интересует кинематограф, в разные аспекты деятельности. Можно себя будет попробовать не столько артистом, да, сколько вот, как говорится, в качестве тех людей, которые стоят по другую сторону экрана, те, которые делают кино. То есть это киномастерская больше для потенциальных делателей кино. А насколько обширен этот пласт делателей в Ульяновске? Вот, как показал опыт захода на территорию Ульяновской области одной из крупнейших питерских кинокомпаний «Гамма Продакшн», которые снимают у нас здесь уже второй месяц несколько серий телесериала «Морские дьяволы», как оказалось, не слишком эта прослойка велика, потому что, к сожалению, территория не смогла представить необходимое количество там режиссеров, вторых режиссеров, операторов, гримеров, костюмеров. Кинокомпании пришлось привозить своих специалистов. А мы заинтересованы в том, чтобы все-таки этих сотрудников, любая кинокомпания, которая организует здесь кинопроизводство и приходит сюда с кинопроизводством, могла бы нанимать на работу из местных сотрудников. Поэтому, конечно, вот киномастерская как раз посвящена тому, чтобы выявить, есть ли у людей к этому интерес, есть ли желание у молодых людей себя попробовать в этих специальностях и, возможно, как бы профессионально определиться со своей будущей профессией. По крайней мере, вот такая задача стоит. Открыта ли регистрация на форум? И что нужно сделать ульяновцам, чтобы стать участником форума? Традиционно 7-й раз подряд у нас участие в форуме бесплатное. Нужно зарегистрироваться на сайте форума ulkul.ru. Это сайт форума. Регистрация очень простая. Буквально в несколько кликов вы получаете подтверждение, что вы стали участником. И спланировать свой рабочий или учебный график так, чтобы 14 и 15 сентября, это четверг и пятница, у вас была возможность побывать на любой площадке. То есть вне зависимости, как вы в регистрационной форме обозначите свои интересы, там, ту или иную тему, или все темы обозначите, что вас интересует, вы можете совершенно свободно принимать участие в каждой из площадок, и вопрос вашего участия будет только вопрос совместимости тех залов, в которых будут проходить те или иные обсуждения. Конечно, мы приглашаем к участию не только, так скажем, свободных художников, да. Конечно, нам бы очень хотелось, чтобы этот мастер-класс, эти курсы повышения квалификации, как всегда я называю, прошли люди, которые думают о своем будущем, которые постоянно учатся, которые повышают и расширяют свои компетенции, потому что неизвестно, где, когда, какие знания вам могут пригодиться. Приглашаем студентов старших курсов, особенно тех, кто стоит на пороге определения и выбора все-таки, в какую сферу идти, работать, где и как можно себя применить. Приглашаем предпринимателей, потому что будут у нас интересные программы и для предпринимателей, которые вот тоже сейчас задумались, а кто-то, может быть, о расширении своего бизнеса, кто-то изменений, так скажем, профиля своей деятельности. Конечно, мы ждем преподавателей ульяновских вузов, потому что к нам приезжает очень много представителей высшей школы, как из Российской Федерации, так и за пределов нашей страны. Это крупнейшие образовательные центры, которые сегодня являются лидерами в образовательных инновациях. Российской академии народного хозяйства и государственной службы, высшая школа экономики, причем и московские, и питерские школы. Это МГУ, это представители зарубежных образовательных учреждений, на которых, вернее, в программах которых сегодня присутствует вот эта ориентация на сферу креативной экономики, креативных индустрий. Поэтому, конечно, преподавателям, которых не всегда есть возможность выезжать за пределы Ульяновска на какие-то конференции, форумы, мастерские, мы приглашаем, потому что здесь вы можете просто реально с этими людьми познакомиться, реально выстроить какие-то коммуникации, и кто знает, может быть, завтра благодаря этим связям, этим знакомствам у наших университетов появятся новые партнеры в подготовке специалистов, которые необходимы территории.
Ульяновцы привыкли к тому, что форум удивляет. Все мы помним концерт Дмитрия Хворостовского, спектакль с участием Чулпан Хаматова, Евгения Миронова. Скажите, пожалуйста, чем удивит форум в этом году? Ну, я думаю, что традиционно, конечно, удивляет эта программа «Золотой маски». В этом году традиционно руководство фестиваля прислушивается к нашим пожеланиям. И, конечно, два основных театра, которые представлены, это Московский государственный академический драматический театр имени Маяковского и старейший театр России из Ярославля, Государственный театр имени Волкова, представят спектакли на основе литературных материалов, литературных текстов, как мы говорим. Это «Чайка». Я думаю, что любителям театра, несмотря на то, что накануне пройдет премьера в нашем Ульяновском театре драмы, тоже по Чехову «Чайка», но и спектакль «Ярославцев», я думаю, не оставит никого равнодушных, поэтому совершенно иной язык, совершенно другая пластика, режиссерские находки. Я думаю, что не оставит никого равнодушных, поэтому, насколько знаю, еще есть какое-то количество билетов. Постарайтесь попасть. Я думаю, что те, кто посмотрит «Чайку», ульяновскую «Чайку», ярославскую, будут сами с собой дискутировать, чья версия, какая версия, какого режиссера более созвучна как бы с их представлением чеховского произведения. Ну и, конечно, театр Маяковского, это Евгения Симонова, «Русский роман», это спектакль, подготовленный, написанный, так скажем, по жизни и творчеству и одновременно по произведениям Льва Николаевича Толстого, сможет открыть, наверное, этого загадочного писателя, которого разгадывают уже второе столетие и, наверное, до конца так и не разгадают все-таки, что же такое Лев Толстой для российской культуры, для российской литературы. Поэтому, наверное, сам факт, что «Золотую маску» в Ульяновске, который приезжает четвертый раз в наш регион, будет представлять президент «Золотой маски», народный артист России Игорь Костолевский, это, ну, одно из удивлений, так скажем, форума. В какой-то степени в обществе есть запрос на ностальгию по Советскому Союзу. И вот этот период жизни через театральный спектакль можно будет посмотреть в театре «Кукол», спектакль «Железо» Национального театра Республики Карелия. И я думаю, что это тоже будет удивление. Мы в очередной раз удивляем жителей региона, потому что кукольный театр, который мы представляем как возрастной театр, как театр для детей, показывает взрослый спектакль на взрослую аудиторию с ноткой определенной ностальгии по советскому прошлому. Новое открытие, так скажем, новое удивление, которое нам даст возможность вот посмотреть спектакль в театре «Кукол». Я думаю, что, конечно, удивит совместный концерт государственного ансамбля из Республики Азербайджан, который будет выступать во Дворце культуры губернаторском, но выступит вместе с нашим государственным ансамблем танца «Волга». Эту форму мы всегда практикуем. Если вы помните, на прошлых форумах у нас такой был микс, когда «Волга» выступала с ансамблем из Абхазии, когда «Экситон» выступал с детским коллективом из Москвы. Мы продолжаем эту практику, потому что нам кажется, это такой наиболее правильный подход, вот показать многообразие культур, которые есть сегодня в мире, и показать, что наш государственный ансамбль «Волга» — это действительно уровень такого профессионального творчества и мастерства. Конечно, в очередной нас удивят раз греки, потому что наша добрая знакомая госпожа Теодора Яницы, руководитель греческого культурного центра, в этот раз снова выступит в творческом амплуа вместе с профессором из Афин. Они приглашают всех в новый, который вот совсем только скоро откроется, Дворец культуры «Современник» в железнодорожном районе, на большую такую литературно-музыкальную программу, посвященную античной Греции. Конечно, удивят программы небольших кинофестивалей, которые пройдут в рамках культурной программы. Есть возможность познакомиться с современным эстонским кино и с современным датским кино.
Это фильмы, снятые за последние 3-5 лет в этих северных странах. Причем, например, современное эстонское кино представит директор Института эстонского кино. То есть есть возможность пообщаться, будет не только посмотреть фильм, но и задать вопросы специалистам, которые сегодня занимаются современным эстонским кинематографом. То есть главное, наверное, удивление – это о том, что насколько разнообразна культура как внутри Российской Федерации, так и за ее пределами, насколько она может служить вот этим мостом узнавания друг друга, мостом, который позволяет к людям другой национальности, другой культуры, другой конфессии относиться с уважением, с интересом. И это, наверное, самое главное, чему учит наш форум. Мы все люди одной большой планеты, значит, мы должны больше знать друг о друге, значит, тогда мы будем терпимее, гуманнее, значит, вот эта вот гуманитарная основа, которая лежит в основе вот коммуникации сегодня, все-таки будет превалировать над всеми остальными вопросами политическими, экономическими и так далее. И если люди понимают друг друга, даже говорящие на разных языках, они всегда смогут договориться. Какие бы сложные вопросы ни возникали между странами, государственными континентами. Татьяна Александровна, спасибо вам большое за интереснейший культурный экскурс, за развернутые ответы на вопросы. Дорогие ульяновцы, 14 и 15 сентября. Международный культурный форум в Ульяновске. Не пропустите!